прекрасный вазон, который мы привезли и посадили сюда цветники. Но чтобы, естественно, это была зона отдыха, мы, значит, сделали прекрасные скамеечки. Захотели жить в доме высокой культуры быта и взяли все в свои руки, рассказывает Галина Костина. В прошлом году во время предвыборной кампании с просьбой благоустроить двор жители обратились к районным властям и кандидатам в райсоветы. Оборудовать выход из подъезда, установить перила, соорудить небольшой палисадник, покрасить фасад. Работы было много. На обращение жителей отреагировали быстро. И теперь здесь есть даже видеокамеры, которые следят за порядком во дворе. Девиз у нас был такой – идти вперед и ни шагу назад. Можно сдвинуть все. Вы знаете, говорят так, тот, кто ходит, тот, кто добивается, он добивается многого. А тот, кто сидит и разводит руками и говорит, нам этого не делается, никогда ничего не будет сделано. Когда летом начали приводить двор в порядок, жители вновь в стороне не остались. Вышли помогать рабочим. Особенно старались местные мальчишки. Мы красили заборы, мы убирались, сажали цветы, поливали. Убирали окурки, мусор. Это очень весело. И увлекательно. И мы сближаемся, дружить лучше становимся. И легче убираться. Теперь, говорят жители, главное поддерживать порядок. К своему дому и двору здесь относятся трепетно. В подъезде у нас люди стараются порядок поддерживать, наняли уборщицу. И во дворе тоже следим за этим всем. Теперь жители собираются обновить и сам дом. Планируют отремонтировать крышу, технические этажи и подвальные помещения. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».